Садочок у Синеверській Поляні з початком війни став слугувати другим домом та прихистком для внутрішньо переміщених осіб. Изначально мы уехали с Донецка, это был 2014 год, потом мы переехали в Днепропетровскую область, ну и последнее время мы жили в Киеве. И вот после 24 февраля мы уехали. Пані Агата разом з мамою та двома дітьми, тікаючи від війни, опинилася тут. Приняли очень хорошо, все люди помогают, кто приносит одежду, кто продуктами помогает. Мало кто из людей хотел жить именно в садике, они хотели лучшие условия, у кого были возможности снимать жилье самостоятельно, и как бы они оплачивали его. У нас такой возможности не было, нам предложили детский садик, и мы с удовольствием пришли сюда жить. И как бы мы ни о чем не жалеем. Елементарні умови для життя в садочку є. Также нас кормили в школьной столовой, как бы всех людей, которые приехали сюда, несмотря на то, кто где жил, как бы рады были всем, кто приехал, и да, это очень, очень помогло. Як відомо, ця місцевість приваблює туристів, адже саме тут знаходиться ряд заповідників та національний природний парк Синевир. У меня родом дедушка отсюда, и мы часто приезжали, ну как часто, раз в году приезжали летом сюда. И так получилось, что мы сюда приехали зимой, здесь очень красиво, здесь замечательная природа. Да, мы ездили и на озеро Синевир, и нам тут местные жители показывали достопримечательности. Здесь, конечно, очень красиво. Чисте повітря та неймовірна природа позитивно вплинула і на дітей, розповідає жінка. Детки каждый год у меня маленькие, они болеют. И так как с того дня, как мы сюда приехали, никто не болел. Это очень важно, как бы здесь очень хороший климат. Крім того, гості громади вже встигли подружитися з місцевими жителями. Они подружились с местными девочками, к ним приходят каждый день сюда в садик гуляют, они уже разнакомились, научились ездить на велосипедах. Ну, в общем, как бы детям здесь весело. Допоки ситуація не стабілізується, обживають садочок, проте сумують за власним домом.